Всем привет! С вами Прием. Сегодня вновь вскрываем недельные сундучки, надеясь на весьма классный и наилучший лут. Сегодня я начну с ДК, но что-то мою прихоть перебивает вот этот классный рыцарь смерти, который встал на этом огромном яке и просто не подпускает людей к сундуку. Пожелаем ему здоровья, счастья и всех жизненных благ. Это Архонт войны из гильдии 4 факториала. Гореть тебе в аду со своим яком двухместным. Но я человек сильной волей, я смогу протаргетить этот сундук, в этом я уверен. Да, у меня получилось. А это наплечники, которые мне не нужны. Окей. Ключик квартал звезд, модификаторы текущей недели, это усиливающий, упрямый и укрепленный. Что? Ладно, допустим, это баг, окей, я релогнусь, и этот ключик пропадет. Или нет? Интересно. Ну ладно. Это плечико добавляем в список утиля, и можно выходить с ДК и удалять его. После такого лута играть желание отпадает. Окей. Идем далее. Ух, затем за Вара, далее за Паладина, ну и за Друида. Контент текущей недели — это прокачка шамана и последующее вскрытие на нем двух легендарок, которые мне упали, играя на воине. У меня просто лежат две шаманских легендарки. И надо же с ними что-то делать, надо вскрывать их. Поэтому я возьмусь за своего шамана, которого уже в текущий момент 83 левел. Специализация у него лекаря. Весьма забавная для меня. В новинку, так сказать. Я не хилил, наверное, уже года 4. Так что горение обеспечено. Особенно в тех подземельях, которые требуют некоторую тактику. Так, а что там ребята с гильдии полутали? Есть какие-то проки? Нозология, 75-е ступни, крит-хаст, носову. Я не знаю, актуально ли ему это. Окей. Защита, поехали. Шапка. Ну, у меня уже есть такая шапка. Спасибо. К тому же она есть 65-я, мне дропнула 60-я. 14-й каземат стражей. Пойдет. Конечно же, в них я не пойду. Потому что они 14-е. Но ключ хороший сам по себе. Может быть, что-нибудь придумаю, апну его, и там уже видно будет, смотря от прока. Ну что, далее. Паладин. Может, на него хоть что-то упадет в виде улучшения. Хотя уже не особо интересно. Специализация защита. Поехали. 970-я реликвия. Понимаете, да, насколько все весело? Ух. Сейчас мы пойдем к Тигелю. Сейчас таланты на мувспид возьму. От коня. Чтоб хоть что-то было. Я не понимаю просто, как этот лут работает. Ну, просто не понимаю, что это такое. Как это вообще возможно, чтобы такие классные вещицы прокали на персонажа, которым я в принципе не играю? Зачем оно так прокает? Повышение актуальности моих твинков? Да я не буду за них играть. Ну да, я прокачаю их там ради профессий в новом дополнении, и что? Как бы все на этом. Пускай пока Долоран грузится, а я чаек попью. Вкусный, с лимоном. Самое то, 40-градусный мороз. Чувствую эту свежесть листьев. Понимаете?
Долоран, Долоран, прогрузись, пожалуйста. Подвинь полосочку вперед, а лаги назад. Спасибо, Долоран. Я вам говорю заклинание, которое просто помогает. Я шарю в этом. Сейчас посмотрим, что по Тигелю пропрокают. Мне это, конечно, не особо интересно, но все же. А вообще, так, если я сяду за паладина, займусь маленько приоритетом стат, ну, займусь тоже, раскидаю все как надо, то его 955-й эквип, наверное, вырастет до 960-го. Потому что у меня тут 70-е колечко, 60-е колечко, 60-я шея, легендарки, подумаю, какие экипировать для себя. То есть, прапу их. Вообще все весело будет. Окей. А, сначала тут апну. Что же лучше, 2% блокирования? Или больший процент поглощения от щита праведника? Интересно. Ладно, возьму блокирование. Окей. Меняем этот релик. И смотрим, что там в Тигеле пропрокало. Раз. Хорошо. Чем больше же критических правосудий, тем лучше на самом деле. Ну, как я правильно понимаю, щит праведника быстрее откатывается. Либо я просто не шарю. Окей, последний персонаж, друид. Посмотрим сейчас, что на него упадет. Так, специализация стража. Сейчас КДшку сделаем сразу. Сумки-то надо крафтить, голду зарабатывать. Ну. Ну что, 15-й казематы, я доволен. Лут на паладина только хороший. А остальным просто не пропрокало. Ладно уж. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, чекайте стримы. Поглощайте полезную информацию. До скорого.